Привет всем из Канады. Начнем наш репортаж о летней обуви вот с таких вот замечательных, самых трендовых цветов. Шлепанцы под Ботегу, но это не Ботега, это бренд называется Vince Camuto, и стоят они $150, но очень симпатичные, красивый очень цвет, сиреневый и такой зеленый. Очень красивый цвет, мне прям нравится. Хотелось бы мне их померить, но нету, как всегда, моего размера. У меня 5, максимум 6, и в магазинах, как всегда, моих размеров нету, поэтому с примеркой обуви у нас вообще проблема. Давайте посмотрим на удобную обувь. Очень-очень легкие босоножки, тоже за $159, 160, и это бренд Axe. Вот те самые уги, те самые сапоги с мехом, которые мы все знаем, вот они, оказывается, делают вот такую вот летнюю обувь. Проверим, посмотрим, что здесь и как. Они очень легкие. Вот несмотря на такую массивную подошву, они очень легкие, и я думаю, что они в носке удобные. Кожа, не кожа. Наверное, кожа, я думаю, за такие деньги. Это у нас виск сезона, резиновая обувь. Это бренд Skechers. Вы, наверное, многие его знаете. Стоит он $45. И есть они черные и розовые. Забыла слово. Забыла название цвета. Розовые. На лето, я думаю, что розовые отлично. И они тоже супер легкие. Вообще не весят ничего. И резиновая обувь сейчас в тренде, прям в самом тренде. И вот такого вот типа, такие ugly shoes, что называется, уродливая обувь. Это самое, что ни на есть виск сейчас, который всем очень нравится. Мне не очень, но тренд есть тренд. Так, здесь у нас тоже Skechers, $90. Значит, очень удобные подошва, и вот здесь вот они довольно мягкие, видите, пятка, то есть они не твердые, видите, она такая выгнутая, то есть они очень удобные. Это сделано из такой ткани, канва такая, но не резинка. Я думаю, что это резинка, и она будет более тягучая, но нет. Но я думаю, что они очень удобные, вот эти вот такого типа босоножки, и они выглядят неплохо. В принципе, вот такого типа босоножки очень хороши на лето, на мой взгляд. Снова моего размера нету. Вы и ах. Вот подобные босоножки, как типа Axe, но они намного тяжелее, они прям тяжелые. Стив Мэдден бренд, стоит $100, и вот здесь вот у них, видите, сделана замша. И тоже удобная вот эта вот часть, где, собственно, ступает нога, такое углубление. Вот здесь вот как раз резиновые вот эти вот перепонки, и они есть черные. И есть вот такие бежевые. Тоже неплохо, мне нравится. Единственное, что они довольно тяжелые. Не стала бы я их покупать, потому что вес... А интересно, что бежевые стоят 89, а черные стоят 99. Как странно, правда? Мне казалось бы, на лето эти должны быть более популярные. А вот они как-то черные стоят дороже. Странно. Конечно же, как всегда, в ходу всем известные Биркенштоки, которые, плохо видно, $205 они стоят, они не дешевые, как бы летними их назвать можно с натяжкой, только потому что они открытые, но в принципе они с мехом внутри. И вот они есть серые, бежевые и черные, замша, есть вот такие закрытые, тоже меховые, вообще стоят 220, и есть Биркенштоки за 150 без меха, 169, ну, в общем, их много разных всяких, все они примерно 100 с чем-то долларов, их много всяких видов и фасонов, это довольно старая известная обувь, старая в смысле давно модная, популярная, у нас в Канаде очень, а, насколько я знаю, в Европе, по-моему, тоже, как бы вот, насколько они ужасные, настолько они популярные и модные, на мой взгляд, они просто ужасные, даже вот эти вот цветочек, это их не спасает. И даже вот такие вот, такой цвет тоже их не спасает. Хотя я знаю, что очень многие люди их любят и очень многие их носят. Они действительно очень удобные. У них вот такой вот изгиб сделан вот в подошве, видите, прямо вот по форме ноги. Так что они действительно очень удобные, но, не знаю, для меня красота тоже важна. Вот это, конечно, виск сезона.
Это бренд Sorel. Это наш канадский бренд. Стоит они $140. Бренд Sorel известен своими зимними шикарными сапогами, в которых нельзя замерзнуть, промокнуть, поскользнуться. Их можно носить в самый любой мороз, слякоть и грязь. Но, видите, они стали делать и летнюю обувь. Вот на такой вот подошве, как будто бы кроссовки. Но это модно сейчас. Я знаю, что все их делали. И Dior сделал такие ботиночки, такие псоножки. И все-все-все Шанель, все известные бренды. Есть черные вот такие, черные с белым, строгие, элегантные, можно сказать. А есть вот такие вот более веселенькие, цветные. $140 они стоят, ну... Опять же, мне не очень, но, в принципе, это модно. Чтобы вы понимали, магазин здесь огромный. Здесь можно ходить, ходить и ходить. Я постараюсь снять вам самое интересное, самое модное, самое, на мой взгляд, трендовое. Так, значит, большие цепи по-прежнему в трендах у нас. Стив Мэдден, но это молодежная линейка. И вот такие вот шлепанцы бежевые и черные на удобном квадратном каблуке. Вот эти вот цепи, они до сих пор у нас... в ходу и в моде. Я так думаю, мне так кажется. $170 стоит это тоже Винскамут. Тоже смотрите, какой интересный каблук. Треугольный, да? Класс. И они такие мягкие, как подушечка прямо. И завязываются на веревочку. Ну, вот эти вот плетенки. Плетенки разнообразные, тоже Винскамут. Красивый оранжевый цвет. И вот такие вот шлепанцы. Мне кажется, что это неудобно. Квадратный нос. Неудобно, шлепанцы не очень люблю. Хотя у меня есть, но не все они удобные. Некоторые из них очень неудобные. И я не очень люблю носить. Вот тоже. Но это уже, так сказать, дешевая версия, плетенок. Эти уже стоят 60. Это совсем дешевая компания. И они такие совсем некачественные. Это, может быть, не видно на видео, но я вот в жизни вижу. Вот это вот на все времена и на все сезоны. Кстати, мне прям нравятся вот такие вот босоножки. Видите, это бренд Франко Сарто. $130 они стоят. Я думаю, что это кожа за $130. Вот такая вот плетеная из джута танкетка. И закрытая пяточка. Видите, у них открытый нос. Они есть разные с открытым носиком, с закрытым носиком. И вот так вот они застегиваются. Они удобные, судя по всему. Они должны быть очень удобные. Я бы их даже примерила на себе и купила бы, потому что у меня вот как раз таких вот такого типа нету. Но я думаю, что с моим размером, опять же, я пролетаю мимо. Да, моего размера нету. Это Uggs, такого же типа, 150 они стоят. Тоже на вид удобные, легкие, хорошие, тоже открытый нос. Закрытая пятка, тут еще замочек, и тут вот можно все это расстегнуть. В общем, довольно удобно выглядят, неплохие. Вот эти вот тоже неплохие, на лето хороший такой цвет. Вполне себе ничего, посмотришь. Плетенок этих очень много, всех цветов. Вот есть розовые, есть голубые. По $80 они стоят. И тоже это не кожа, но они, кстати, довольно мягкие. В общем, их уже наделали, этих плетенок, что они уже из моды выйдут, а их будут продолжать делать. Это, знаете, как вот эти вот туфли, которые под Валентино с шипами. Все их делали. Уже Валентино их не делает, а эти подделки все на них делают и делают. Бренд Dolce Vita. $130. Красивый цвет, сиреневый. И есть такие же коричневые. Видите, из разных цветов такие сплетена такая косичка. А это одного цвета. Интересный такой каблук. Каблучок небольшой, квадратный. Вот эти шлепки более удобные, потому что у них здесь вот есть одна перепонка, которая, в принципе, держит их на ноге. Видите, есть еще такие в золоте. Красивые. Конечно же, мы не можем пройти мимо хита сезона. Ну, все, наверное, знают. Короче, не помню, кто их сделал. Или Манола Бланик, или второй дизайнер обуви. Забыла, девочка, у меня склероз. Ну, как кто-то из известных дорогих брендов сделал такие вот такие шусы. Помогите мне, пишите в комментариях. Я забыла. Вот с таким вот золотым бантом. Все, конечно, их повторили, все масс-маркеты. Ну и тут, конечно, не обошлось. $80. Бренд называется Kylie and Kate. Не знаю, кто это, никогда не слышала. Но, знаете, сделано хорошо, выглядит красиво. Я бы такие носила на выход. Ну, почему нет? Я, наверное, оставлю без комментариев целый ряд вот таких вот блескучек, которые у нас круглый год продаются. Вот, кстати, тоже
А Баг для Мишка. Помните, я вам показывала платье в одном из своих влогов от этого бренда? Вот это их обувь. Они тоже немножко вдохновились, так скажем, да? Но этот, видите, они довольно дорогие, $140. Этот бренд известен своими стразами, бриллиантами и блескучками, поэтому вот как раз я не удивлена, что они такие. А так все остальное, конечно, вот... Вот тоже у нас типа манолы или что-то подобное. Очень похоже. $100. Джессика Симпсон. 30% скидка. В магазине столько людей. Я прям удивлена. Здесь обычно пусто. Народ повалил на шопинг. Ну, в общем, без комментариев. Весь этот блеск. Ну, вы знаете, что если кому-то надо вот на какой-то выход, то, в принципе, вот такие вот $89, они довольно... Блеска в них мало, то есть вот красивый просто такой босоножек с тоненькими перепоночками, кстати, с довольно удобным каблуком, из ткани синей и чуть-чуть блеска, если вам нужно на какой-то выход свадьбы, выпускной и так далее. Вот тоже такие не сильно блескучие, ну, в общем, при желании можно найти, но все, конечно, остальное такое прямо вай-вай-вай, ужас, ужас ужасный. Это, кстати, вот это, кстати, свадебные, прям свадебные, невесты. Видите, вот такие вот всякие белые с блестками тоже. Это прямо на свадьбу. Тематические. Вот есть даже без каблука. Вот такие даже есть. Ну и вот я вам только что сказала про Валентина, который уже перестал делать такую обувь, а копии все лепят. Лепят. Причем каждый год. Вон $70 вообще от Валентина не отличишь ничем. Посмотрите, как их много, разные варианты. Вот такие какие-то, с такими вот шипами прозрачными. Ну, в общем. Вот. Есть неплохие, как бы, летние такие босоножки. $120. Тоже Винс Камута. Они кожаные, по-видимому. Ну, вот такие вот обычные, скромненькие. На все времена, не такие уж тренды, но, в принципе, вот всегда можно их... Вот купишь такую туфлю, в принципе, ее можно носить много лет. Они довольно долго не выходят из моды. Красные лаковые и черные лаковые, шикарно. $80, 30% скидка, в общем, все как надо. Эти, кстати, тоже резиновые, розовые, голубые, черные. $50 они стоят, и на них тоже есть скидка 30%. А что вам сказать? Это модно сейчас. Вот именно вот резиновые такие вот. Но они тяжелые. Если уже резиновые, так чтобы были бы легкие. Правда же? Это как-то не make sense совершенно, чтобы резиновые шлепанцы такие были еще и такие с таким весом. Нет. Вообще очень много шлепок. Вот прям шлепки. Вот такие есть. Черные, золотые. Потом вот такого фасончика с такой сборочкой перепонки. Но вот эти, кстати, легкие, удобные и очень хороший цвет, красивый, интересный. Я думаю, что они удобные, потому что каблук удобный и тоже две перепонки, они, в принципе, делают их удобными. Вот они есть несколько цветов. Белые есть, такие горчичные и вот такие вот. Вот эти ничего, красивые цвета. Видите, бежевый, зеленый, вернее, бежевый вот тоже есть, сиреневый и зеленый. Но сделаны они ужасно. Здесь прям клей торчит со всех швов, хотя, в принципе, вот здесь вот они мягкие, я даже, и вот эти перепонки, они такие кругленькие, знаете, как надутые, еще есть коричневые такие. Я, в принципе, думаю, что они удобные, но, с другой стороны, они, конечно, расклеятся за пару носок, может быть, за один сезон, так что, ну, цвета красивые, яркие такие, симпатичные. Не верю глазам, нашелся мой размер. 5,5, они довольно удобные, правда удобные, знаете, они на ноге выглядят неплохо. Такие плоский каблук, но мне кажется, что вот эти вот перепонки, они довольно, в общем, врезаются в ногу, не очень удобно. Ну, выглядит симпатично. Как будто бы облетенные, я думала, но они на самом деле из ниток каких-то сделаны, из $90 стоят. Зачем, почему, не знаю. Вот это вот будет очень неудобно в носке, мне кажется. Здесь оно такое коляное, такое твердое, знаете, твердое на подошве. Очень много шлепок, прямо очень много шлепок. Разных, голубых и красных.
Ну и вот такие вот классические тоже босоножки, конечно, всегда они в моде. И красивые цвета тоже, сиреневый и такой не фуксия, а такой розово-оранжевый. Ну, кстати, их вот и нету, смотрите, видите, пусто, то есть осталось по одной, по две коробки. $70 они стоят, это дешево по нашим деньгам. Хотя это, конечно, не кожаное, так что, ну, тоже резиновые. $65 стоит. Есть черные и вот такие вот бежевые. Здесь из пластика такие цепи. Ну, знаете, на пляж носить. Они ничего, кстати, такие. Вот есть без цепей. Тоже черные. Вот очень много резиновой обуви сейчас. Резиновый, пластиковый. Хорошо, дешево и сердито. А цены берут, как будто бы это совсем и не резина. Вот еще плетенки. Вот такие, такие. Слушайте, они рехнули с ними, с этими плетенками. Серьезно, как бы. Ну, сколько можно? Как будто ничего другого нету. Вот чешут, одно и то же. Уже несколько лет одни и те же фасоны, одни и те же вот дизайн какой-то. Ой, не проходите мимо. $110. Ну, красота. Я ж сорока, я ж рванула, увидела эти стразы, камни. Вот такая шлепанца. Знаете, они не очень тяжелые, как ни странно. Но это ж просто красота. На ноге такое. Вы будете просто как самая главная цыганская цыганка. Ну, эти уже скромные рядом с ними. Заглянула я, конечно, в отдел распродаж. Это я нахожусь в своем 5-6 размере. Полочки такие полупустые. Как-то пустовато. Ну, это здесь как бы зимняя уже лежит. Зимняя, да. Посмотрите, вот это самая любимая. Прекрасная обувь. Когур. Это тоже канадский бренд. Который, вот знаете, такую обувь нужно иметь на зиму. Она, конечно, еще не фасонная, никакая, ничего. Но она теплая, удобная. Вот здесь вот эта резинка, она не протекает, не промокает. Любую слякоть, по любому снегу, по любым лужам, по любому растаявшему снегу. Вот нужно иметь такие ботинки. Единственный их недостаток, вот знаю, как бы нашу зиму, что они короткие. Они, в принципе, должны были быть повыше, чтобы в них было тепло. Потому что так вот в них довольно холодно, потому что половина ноги как бы открыто. Но есть люди, что любят короткое. Но я не буду сейчас покупать. Хотя вот у меня таких нету, а надо бы купить уже, обзавестись. Сколько лет я живу в Канаде, а вот настоящей канадской обуви я себе так и не прикупила, потому что, знаете почему? Потому что они некрасивые. А я вот такая вот баловная дама, что мне нужно, чтобы еще и красиво было. Ну, это тоже такое зимнее, тоже что уже отходит. Это Акс, нет, это не Акс, но это очень похоже на Акс. Сапоги. Вот хотела что-то вам померить, пришла в свой размер, а тут вот тапочки домашние. Тоже Ак, кстати. Какие хорошенькие. Вот мой размер тапочки, классно. Но мне не нужно, у меня есть. Ну, я вам вот это все показываю, на самом деле это же, у нас же, мы же про летнюю обувь, чем мы сейчас будем это все? Вот тоже такие канадские must-have обуви. Это тоже канадский must-have обувь. Кстати, они такие легкие. Просто прелесть. Они просто как пушинка. Вот эти, да, померить? Нет? Померить ужасного цвета. Давайте померим для смеха, для прикола. Вот вы будете смеяться. Они, между прочим, где зеркало? Вот здесь. Они, между прочим, удобные, как бы. Ну, не очень удобные, конечно, но ну, красиво. Нет, ну, правда, такой цвет шикарный. Классическая лодочка, лакированная. Цвет вырви глаз. Умереть не встать. Между прочим, на ноге смотрится красиво, изящно и элегантно. Вы будете смеяться. Как вам вот такие? Между прочим, натуральный мех. Вот
такие вот мокасины, как они называются, с острым носом. Идемте, я вам в зеркале покажу. Удобные, кстати, и мне они как раз. А что, ничего. Кто любит вот анималистичные принты, это очень даже немножко сумок решила вам поснимать. Ну вот такие вот летние пляжные бумажные, кстати, они из бумаги. Что-то цен нигде нет, что-то я совсем не пойму, или я не вижу цены. А, $50 вот такая вот сумка. Вот такие вот белые есть. Она такая же, как эта, только... А, нет, это другая. А есть еще, видите, вот такие, вот с таким вот рисунком. Вот они такие же белые. У них деревянные ручки и ремешок. Удобно. Так, это такие шоперы обычные. Это тоже на лето шоперы такие. 89, плохо вижу. Ничего себе, так дорого. За что, непонятно. Большие шоперы, в общем, разные такие. Девочки, а вот прямо Гуччи. Прямо Гуччи-Гуччи. Почем у нас эти Гуччи? $70. Красота. Вот если нету денег, как у меня на Гуччи, можно купить вот такую вот сумку. Между прочим, это настоящий бамбук. И это тоже. Это Aldo. Вы, наверное, знаете бренд Aldo. А вот их много здесь. И у нее еще цепочка. Зачем? Я думала, это длинная будет. Если вот эта вот короткая ручка, то вот эту мне нужно было сделать длинную. Но они тоже сделали ее короткую. Вот так ее носить? Или что? Вот так ее носить? Сейчас убрала свою, чтобы не портить вид. Ну да. Красиво. Ну что, хорошенькая сумочка. Вдохновляемся. Вдохновляемся Гуччи. А это мы вдохновились, наверное, Прады. Ну, в общем, такая форма. Или Фенди. Вот такая вот форма багет. Цвет, между прочим, красивый. Ой, как подходит к моему комплекту сегодняшнему, девочки. Точно. У меня вот такая вот блузка. Такого цвета. Юбка, босоножки. И как мне подходит эта сумка. Прям точно. Красиво. Ну что, посмотрели, потрогали и уходим. Купать ничего не будем, мне ничего не надо. Пришла только для развлечения ради. Все, девочки, всех целую, люблю. Магазин называется вот так. DSW. Ой, сейчас сниму. Вот так называется DSW. Designer Shoe Warehouse. Ну, дизайнер это, конечно, с приветом с большим. Но по-любому, в общем. Смотрите, у нас дождь собирается. Но, в принципе, довольно тепло. Все, всех целую, всех люблю. До встречи. Увидимся в следующем видео. С вами была Дита из Канады. Пока-пока, бай.